Однажды я сидел в ресторане, называется Джорджо Пицца. И, короче, ко мне подходит какой-то барсук и начинает выпрашивать еду. Я ему говорю: нет, у тебя есть свои деньги, а ну иди кушай. И он резко заговорил про коричневое фараонье ухо, про каких-то фараонов, НЛО всякие, не знаю. Ну, в общем, я с ними не поделился, потому что я был очень голодный, и я вообще жадина-говядина. И он сказал мне: ах так, тогда я тебе член отрежу. Ну вот, на следующий день я просыпаюсь и вижу, что у меня члена нет. Я пошел по городу искать этого барсука, но все попытки безуспешны. Сначала я нашел Билли Хегертона живого. После этого я нашел своего учителя по математике, я попросил поставить пятерку, но она мне не поставила пятерку. В общем, я пошел дальше и все-таки нашел этого барсука, но член был не у него. Он уже продал его на Даркнете, поэтому я уменьшился, залез в Wi-Fi роутер у себя дома и на Даркнет пошел смотреть, где мой член. В итоге нашел его, нашел айпишник продавца и отправился в интернет по нему. Он был где-то в Америке, и, короче, я у него смог забрать свой член, и его тоже забрал. Ну, его член тоже забрал, точнее. Оказывается, этот чел был мазохистом. Чтобы знал, как я ощущал, что... В общем, на следующий день я прихожу опять в Джорджо Пиццу. И после этого там приходит тот же самый барсук. И снова по новой говорит: дай поесть, дай поесть. И вот я ему засовываю... Засовываю член в... Ну, то есть... Даю ему член в руки. И говорю ему: уходи отсюда, пожри его. Ну, вот и все, конец истории. Но вдруг история продолжается. На следующий день, когда я пришел в Джорджо Пиццу, то Джорджо Пицца горела. Там был пожар. Там этот барсук, он поджег все заведение и все сожрал. И даже людей всех сожрал. Представляете? Зачем он так сделал? Плохиш какой-то.